Друзья мои, ваша Владислав о нашем жюри. Приглашаем вас на сцену для определения наших победителей. Претенденты на первое место. Это участница под номером номер 3 и вручает подарок и номинацию наш партнер салон красоты Филин. Ваши аплодисменты. Первое место, участница номер 3. Вручается модельная красоты ты. Вот подарок от нашего партнера «Фитнес-стадиум». Номер 5 также получаете подарок от нашего партнера «Фитнес-стадиум» абонемент. Годовой и на месяц. Я бы взял годовой. Участница номер 9 также получает подарок от нашего партнера «Фитнес-стадиум». Громче!
как и договаривались. Шучу. Мистер Алла Френхель, ваш аплодисмент. Я тоже пакетик хочу. Честно говоря, мне очень понравился показ купальников. Особенно красные труселя у мужчин. Это вообще просто круто. А второй глаз невозможно было. А девушек, конечно же. Участник номер 6 получает подарок от фитнес-стадиум. Громче! Подарок вам в пакете и абонемент, я так думаю. Номер 18. Подарок от фитнес-стадио. Подарок от фитнес-стадио. Подарок от фитнес-стадио. Номер 14. Мисс Алла Френхель. Ваши аплодисменты. Потом абонементы собираете мне, пакетики оставляете себе. Первое место среди мужчин занимает номер 4. Мистер Фэшн 2017. Ваши аплодисменты! Как говорит Александр Цосарев, столько вперед, вперед, вперед! Yeah.
А сейчас, друзья, победительница прошлого конкурса, прошлого года, передаст право на ношение, конечно же, короны первого места среди девушек. Лиза, кому вы отдаете первое место? Звание королевы сегодняшнего вечера.